Добрый день. Сейчас плохо меня видно. Я сейчас включу свет. Вот так. Да-да, вас видно. Меня видно? Видно хорошо. Это Игнат Тихонович. Я вот по какому поводу. Я вас тогда спрашивал насчет работы-то. Да. И вот видите... Если я поеду работать, я вот мне лучше записать сразу, когда я буду на работу это заявление подавать, мне сразу надо записать, что я не буду в воскресенье работать или обязательно. Как? Обязательно договариваться, в договоре заключить. Вы сейчас были, нет, на которой беседа у нас шла сейчас? Да, я был. Ну вот Георгий-то он из-за этого никогда. Это запрещено нам. Прям сразу говорить, я не буду работать в воскресенье. Лучше я отработаю с пятницы по субботу. Да. Вот 6 дней, скажи, я работаю, как положено. Надо все вот собой смотреть. Что? Смотреть. Я тут... Да. Я вот видите, что? Или по вахтам, или по месяцу меня вот приглашают. И видите, что? Если как хорошо будет, если рядом храм будет, я же туда могу ходить. Если будет там рядом храм. Ну, конечно. Ну, я считаю, смотрите, как на оглашение стою. Если хорошо будет, там будет храм. Можно будет туда на воскресенье ходить, а потом сразу на занятия. Конечно. Ну, надо приспосабливаться, смотреть, какая там обстановка. На глаза лишний раз не лезь. Не обличай там священника другого. Пока собой занимайся. Да-да. Я это, сегодня батюшке, давал ему визитку-то вашу. Он мне сказал, не надо. Я ему сказал, у вас занятия проходят. Я ему там, вот на визитке тут это, с детьми тут в платочках, я говорю, они у них там, знаете, как занятия идут? В платочках дети, им там все рассказывают, у них все, по канонам, он говорит, это хорошо. И вот я сегодня тоже пришел туда взять Евангелие, три Евангелия взял. А кто там учительница-то работает, они мне говорят, батюшка-то разрешил. Я говорю, да, мне разрешил он. Я до этого у него спрашивал, он мне разрешил. И вот сегодня они мне сказали, мы тебе не верим, позвони ему. Я взял, позвонил батюшкам, да, все так. Я вот, видите, что там спросил-то у них, чтобы мне тоже независимым быть от церкви и брать Евангелие, тоже раздавать. Да какое отношение церковь имеет? Ты свободен в любое время, бери, иди, хоть днем, хоть ночью. Нет, а видите, у меня Евангелия-то нету. А да, надо выписать. А только за пересылку. Вот я выпишу. За пересылку только платят. И все, да? Да, там такие люди нашлись, видимо, которые уже несколько миллионов выпустили. Игнат Тихонович, а вот смотрите, я что хочу. Вот у меня одна визитка ваша вот эта осталась. Я вот хочу это, их распечатать, чтобы мне хотя бы штук было 50 их. И раздавать. Знаете, я вам тогда... Вы... Откуда она у вас это? Моя? Да, это когда я это Новый Завет покупал. Вот теперь вы его замерите, какой делаете, с какой бумаги. А я вам в электронной версии выброшу, с которой печатать будут. Угу. Так что я могу выслать вам и все. Угу. И вот тоже я сегодня с ним, с батюшкой-то тоже поговорил насчет воскресной, школы-то, чтобы заниматься. И он мне говорит, они идут занятия после детской. И я тогда матушке говорю, матушка, надо проводить занятия, потому что хотя бы двое-трое, чтобы собрались. Чтобы даже просто сидели, мы разговаривали. Ну да. А у нас такого нет. Я сегодня пришел, они сегодня, детям-то рассказали там про... Этот сегодня у нас про кого было-то? Мы-то фарисей. Да. Видите, там детям сегодня рассказывали. Воскресная школа только детская была. А я прихожу, давайте потом, сейчас посидим, позанимаемся, чего вы? А там одни женщины, а у них там какой-то, что ли, праздник. Я им говорю, что вы... Давайте позанимаемся. Они говорят, нет, мы не будем заниматься. На следующее воскресенье у них тоже там, тоже праздник какой-то будет. Они тоже что-то будут, куда-то уедут. И вот. Тут в храм ходит армянка. Я ей вот эту визитку отдал. Сказал, посмотри, как у них красиво. У них все прямо женщины на платках, мужчины с бородой. Я не могу, я не знаю, на кого ссылаться в храме.
У нас даже вот кто в храм ходит, ну, мужчины, мужики, они то там бреются, так подстригаются. Это неправильно. Их даже на кладбище раньше не хоронили. Отдельно где-то зарывали. А про земной Иерусалим Давид не пустил их, пока бороды не отрастут. Потому что у них насмеялись, полбороды обрели. Борода неприкосновенная. Написано, не просто бороду не трогай, даже края не подстригай. Не порти края бороды. Порча, это порча. Бог меня так сотворил, его вопросы сняты. Мой хозяин, мой творец. Сейчас вот видите, у меня сейчас пока хорошее, ну, общение-то с батюшкой. У нас протоиерей. Он оказывается, протоиерей. Ну, в общем, главный в районе. И вот у меня пока с ним хорошие отношения. Он мне говорит, батюшка, я пойду, вот, я буду проповедовать. Он сказал, ладно, я тебя благословляю. Он, ну, у меня, в принципе, в плане в этом, у меня все хорошо идет. Ну, я слава потому, Богу. Богу. Лишний раз-то не лезь, а то он тебя будет опасаться. Да. А так, ну, насчет этого-то, насчет проповеди, ты что у меня благословило, это даже очень никак хорошо. С людьми разговариваешь, тебе вот тебе и проповедь, Евангелие даешь, и людям все рассказывай о Боге. Тренируйся, набирайся опыта. Я ему сказал, я вот с вами сижу здесь на занятиях, смотрю, там что-то спрашиваю, но все равно так, занимаюсь, интересно. И у меня, видите, я не могу ссылаться вот на нашу, у нас нету занятий. А у вас хотя бы что-то есть. Вы хотя бы занимаетесь здесь, сидите, хотя бы 30-20 человек сидят, хотя бы занимаются. А у нас такого нету. И вы и тоже к вам приходят и знают. Тоже учатся и уже, ну, узнают. Ладно, сейчас я тебе скидываю эти. И там разные будут, разные. Обратная сторона одинаковая, одинаковая. А где рисунки, там 5 разных вариантов. Так что, чем ты больше их закажешь, тем они будут дешевле. Это Игнатий Лапкин. Ой, Игнатий, вот у меня еще такой, вот тоже. Я вот эти, что вы мне посылали, я вот тоже девушкам тут знакомым отправлял. Ну, что женщина должна в платке ходить, полная закрытая. Да. Они мне... И у меня что-то тут прям вот захотелось видео снять. И я вот видео, думаю, уже решаю снимать. Правильно. Это рассказывает. Правильно. Образуй потому свой канал, чтобы у тебя... У нас женщины каналы свои имеют. Да, я видео. Ну, вот так. Ну, больше ничего нету. Отхожу. Нет, вот вы мне только вот это пришлите, чтобы я это... Я сейчас сразу пришлю, прям сразу сейчас. Давайте. Куда? Не отходи далеко. И как получишь, сразу дай сигнал. Получено. Все, отошел.